По поводу волокон на масках медицинских, голубеньких масках, вот мы видим черные волокна непонятного происхождения, да? Вот. И смачиваем их теплой водой, просто теплой водой смачиваем. Они должны, если это живые какие-то существа, они должны отреагировать на теплую воду. Вода источник жизни для всех. Но вот смотрите, отметили снизу вот эта петля черненькая. Ну, это волокно какое-то, да, вот как в интернете это показывает, что там какие-то волокна, которые шевелятся. Смачиваем ее водичкой тепленькой. Как она лежала, так она и лежит, не меняет форму. Значит, это какая-то синтетика. Если бы это была органика, даже просто неживая органика, от намокания она бы поменяла форму, она бы начала там набухать, шевелиться и так далее. Здесь ничего не происходит вообще. Вообще никак не реагирует на теплую воду. Никак. Вот. То, что подышали на нее, дышим, ну так это на флюгер ветер дует, он шевелится. Давайте сейчас еще посмотрим, еще один опыт. Вот, тут побольше волокно вот это в маске, черное волокно, волосок какой-то черный, это синтетика какая-то, примесь, там добавляешь что-то. Все отбелились, все волокна отбелились, это волокно не отбелилось, вот видите, вот поэтому оно черное. Почему оно не отбелилось? Сейчас его отметим. И зальем также водичкой его зальем. Водой его зальем. Достаточно большие такие волокна. Это не микро волокна. Сейчас его заливаем водой. И увидим, что реакции никакой. И так много делали, которые на маске есть эти волокна, они не шевелятся, теплой водой их заливают, и реакции ноль. Они не шевелятся, они не набухают, не меняют форму. Вот как вот ее вот так залили, вот так она и осталась. Не меняется ничего, она не шевелится, она не оживает. Что это? Ну, это просто волокна какие-то, обычные.